На территории Одесской таможни кинологи провели тренировку служебных собак. Тема тренировки – поиск наркотических веществ. Свое мастерство оттачивали 4-летняя бельгийская овчарка Малинуа Фифа и 3-летний бельгиец Кэп. Первой свои способности продемонстрировала Фифа в паре с кинологом Андреем Ярышем. Вместе они работают уже в течение 3 лет. Собака искала наркотики в легковом автомобиле. Для этого кинологи использовали баночку с ватой, которую обработали искусственным ароматизатором амфетамина. Также Фифа искала запрещающие вещества, которые были спрятаны в одежде и личных вещах людей. С заданием 4-лапая бельгийка справляется на отлично, так как зачастую вместе с наставником проверяют людей на наличие наркотиков в Одесском аэропорту. Как объяснил Андрей, у каждого человека есть свои запахи – духи, пищевые запахи. И собака выделяет тот аромат, которому ее научили. Она его знает, поэтому она может найти нужный запах, выявить его, а после этого получает награждение – любимую игрушку. После Фифы к тренировкам приступил Кэп в паре с кинологом Романом Беркутским. Его задачей было найти запрещающие вещества в грузовике. Как отмечает дрессировщик, когда служебная собака находит наркотики, замирает. Таким образом, пес показывает кинологу, где именно их спрятали. Взамен получает лакомство или любимую игрушку. В основном служебные собаки находятся в вольерах на территории кинологического центра, но некоторые из них живут с дрессировщиками. После того, как собаки отслужат 8-10 лет, они уходят на пенсию и остаются с напарником.